时间的弧线划分着边界，匆匆过的离别，像有雾气的怀念，放任我自己躲进了没你的陌生的世界里面。不过是再见，不过是再遇见，离开你的改变，尽可能的轻描淡写，然后怎么辩解重复在回忆里祭奠的那些从前。Двадцать вторая серия. Не волнуйтесь. Я скоро переведу деньги. Без проблем. Господин Цяо, это мой отец установил дату выселения. А сейчас это решение кажется поспешным. Репортер следит за нами. Давайте отсрочим день выселения жильцов. Господин Ван, я буду строго соблюдать каждый пункт договора, что мой отец заключил с вами. Хорошо. Так, кто такая Хэ Сяужань? Хэ Сяужань оправдывает прозвище репортера «Ходячее бедствие Усу». Будет тяжело уладить. Только не говорите, что у вас с ней вражда. Я не назвал бы это враждой. Просто не ожидал увидите ее здесь. Босс, эти флаконы разработаны для вашей розничной линии. Посмотрите. Они выглядят почти одинаково. Нисколько. Это самый красивый. Вот этот красивый. Не нравится? Босс, хотите показать их внештатному эксперту? О чем это вы тут говорите? Госпожа Си-Си, госпожа Си. Молодцы. Можете идти. Что ты делаешь? Сынок, ты хотел вернуться, я согласилась. Сказал, хочешь создать новый отдел, я профинансировала. Но сколько времени нужно, чтобы запустить новую линию? Мы денег не зарабатываем. И не будь я твоей мамой, я бы не поощрила это. Не ходи вокруг да около. Что мне сделать? Переходи к делу. Негодник. Смазался макияж. Нет, у мамы природная красота. Не пытайся угодить мне. Обсудим дело. Ты близок к владельцу Дзифена? Я слышала, что он купил дом престарелых в Даманшане и превращает его в отель. Прошу тебя, заключи сделку с ним ради меня. Сяо Шанси вернулся? Алло, Минвэй, я сейчас не дома. Давай поговорим о дизайне и обсудим детали, когда я приеду. Где ты? В Даманшане. Нет, там же ливень, почему ты там? Проводила интервью. Забудь, опустим эту тему. Не говори, что ты в доме для престарелых. Откуда ты знаешь? Так, жди меня там, я тебя заберу. Не стоит, не нужно, я уже еду на такси. Поговорим, как приеду. Thank you.
Что такое? Что-то с машиной. Я посмотрю. Господин, нужна помощь? Отбуксировать вашу машину? Спасибо. Ну что там? Не починить. Но мы встретили доброго самаритянина. Он отбуксирует машину на обратном пути. Хорошо. Госпожа, мы приехали. Спасибо вам. Так, а где тот парень? Я хочу поблагодарить его. Он давно уехал. Спасибо вам большое. Не благодарите. Все подготовил? Да. Вот документы для ипотеки. При помощи денег от ипотеки превратите дом престарелых в отель? Слышал, вы поссорились с братом, и Сяо Сянь забрал все наследство у вашего отца, кроме Дзифена. По плану хотели построить курорт в Наманшане. У вашего отца были свои мотивы в тайной покупке дома престарелых. Тем не менее, все еще на стадии разработки. Есть много сомнений, что еще хуже. Вы можете потерять Дзифэн и дом престарелых. Я уже принял решение, не переубеждай. Отлично. Что бы вы ни задумали, я всегда буду рядом. Хоть я и не ваш настоящий брат, я вместе с вами преодолею все невзгоды. Спасибо. Тогда подготовлю ваш прошлый номер. Не стоит. Капусту, иди собери капусту. Я иду. Скорее, подавай блюдо. Не торопи меня, я в ловушке. Вэй, ты здесь? Да, он тут. Там все еще дождь? Льет, как из ведра. Сяо Жань, как прошло интервью в Даманшане? Забудь. Мне всегда везет, куда бы ни пошла, с ним сталкиваюсь. Кого встретила? Сяо Шаньцы. Он в Усу? Искал тебя? Да с чего бы. Мне позвонили по поводу выселения жителей из дома престарелых. Я поехала туда. Не ожидала увидеть его там. Значит, это правда, что он купил дом престарелых? Ты в курсе? Я не понимаю. Он же так сильно занят в Хупу. Зачем приехал в Усу? Что он сказал, когда ты пришла туда? Вдохни глубже. Ты в курсе, что нервничаешь больше нее? Задам тебе один вопрос. Ты все еще чувствуешь что-то, видя своего бывшего? Что ты имеешь в виду? Здесь Дзифэн. Мне все равно, встретились мы или нет. Что в этом такого? Я думаю, это больше, чем просто встреча друг с другом. Вы можете часто видеться. Он повсюду нас преследует. Приди в себя. Они просто расстались. Он же не умер. Что значит преследует? Я заставлю его понять, что хотя он вернулся в Усу, старые времена прошли. Увидимся.
这边界，匆匆过的离别，像有雾气的怀念，独自的世界人没有喜悦，深刻与肤浅，狼狈的细节。Где мой диктофон? Сегодня 30-е число, пятница. В УСУ есть 7 домов престарелых. Нужно будет проверить, насколько они заполнены, проверить разницу в цене и удобствах. Сегодня среда, 28-е число. Нужно сообщить новость о конфликте с ветеринарной больницей Вэнь-Вэнь. Хоть между ними вражда, но собаки невиновны. Сегодня 27-е число, вторник. Не забыть перевести деньги за аренду Ли Хуэй и оплатить электричество. Ее любимое пиво закончилось. Сегодня магазин проводит акцию, нужно успеть купить. Это информация для интервью в 15:00. Сегодня 1-е число, начался новый месяц. Пришлось взять интервью в ливень. Запомни, если пойдет дождь, надеть резиновые сапоги. Сегодня 5-й день после расставания с Сяо Шэньцзи. Сегодня я спала всего 4 часа, но полчаса больше, чем вчера. Все обязательно наладится. Прошлое останется в прошлом. Нужно двигаться дальше. Если разыгрывается воображение, лучше не станет. Мне нужно вернуться к работе. Не должна подводить Лили. Общественное мнение настроено против нас. Устрой мне пресс-конференцию, хорошо. Сяо Жань, эти данные впечатляют. Подробно изучи их и предоставь отчет. Хорошо. Я тогда поищу специалистов в отрасли и узнаю их предложения по таким случаям. Цин Шань проведет конференцию. Езжай туда, возьми интервью. Хорошо. Новые духи. Приятно пахнут. Этот образец духов изобрел для меня мой друг. Куплю вам, когда появится на рынке. Хорошо. Сяо Жань. Давно не виделись. Где пресс-конференция, Цин Шань? На улице поверните налево и попадете в зал. Сяо Жань. Сяо Жань. Можешь не вмешиваться в это? А что? Я мешаю тебе? Извини уж. Но я не просто вмешаюсь в это дело, но и сделаю серию репортажей для освещения ситуации. Благодарю всех за участие в пресс-конференции, посвященной преобразованию дома престарелых Циншань. Из-за нехватки времени у нас не было возможности подготовить бейджи для всех вас. Прошу, займите свои места. Здравствуйте, я Сяо Шанси, новое ответственное лицо за дом престарелых Циншань. Соглашение о передаче оформлено.
Связанные процедуры выполняются одна за другой. В будущем я стану ответственным за дом престарелых. Полагаю, вы читали новости. После завершения передачи мы преобразуем дом престарелых Циншань в отель. Хотя мы обслуживаем разных клиентов, я надеюсь, наш сервис будет придерживаться в духе Циншань, то есть быть подальше от суеты в слиянии с природой для исцеления души. Ответьте на вопрос. Сейчас в Циншань проживает 57 жителей. Куда вы их выселите и сколько будете переселять? Мы обеспокоены тем, чтобы помочь жителям обустроиться в другом месте. Я готов заплатить дополнительные 30%. У кого будут трудности, может на время бесплатно остановиться в отеле Цзифэн, пока не найдут подходящее место. Выходит, господин Сяо, вы уже получили одобрение вашего предложения? Или это ваша попытка двигаться дальше и убедить себя поступить так? Да, вы обсудили это с жителями? Есть ли еще варианты, если они не захотят остаться в Дифэне? Наше время ограничено, давайте сократим количество вопросов. Люди думают о проблемах со своей точки зрения. Пожилые люди хотят использовать наименьшую сумму денег, чтобы найти наиболее стабильный способ жить максимально комфортно. Но с более широкой точки зрения, дом престарелых Циншань – это учреждение. Суть проекта – получение прибыли. Циншань понес убытки на 7 кварталов подряд. Если продолжим нести подобные убытки, это безответственно по отношению к нашим сотрудникам и обществу. Выселить их за одну неделю показалось поспешным решением. Но решения принимаются обдуманно. Выходит, господин Сяо придумал этот план для получения большей прибыли от бизнеса, верно? В дальнейшем 1% квартальной прибыли отеля Циншань будет пожертвован в дома престарелых в нашем городе. Мы выполним свой долг перед обществом, делая то, что умеем лучше всего. Мы принесем более высокие социальные выплаты обществу. Но в целом это и неплохо. Верно. Это полезно. У меня последний вопрос. Главный офис Юнлань находится в Хупо. Господин Сяо, почему вы покинули основное поле боя и развиваете бизнес в Усу? Хупо – рынок Красного океана. Поэтому я планирую стать лидером рынка Голубого океана в Усу. Так совпало, что у меня есть шанс взять на себя ответственность. Водно-болотные угодья Даманшана красивы, мне нравится это место. Оно стало тихим, укромным местечком в моем сердце. Еще вопросы? Мы приготовили закуски для вас. Если желаете, пройдите в гостиную. Всем спасибо. Сяо Жэнь, давно не виделись. Хотите поужинать? Мэн приготовит кисло-сладкие ребрышки. Не нужно. Я знаю, в отношении этого инцидента у вас другая позиция, но это... Вы должно быть Хэ Сяожань? Я Но, репортер из городских новостей. Некоторые наши слушатели развеяли вопросы о социальных проблемах. Научите меня, как их решать. Пожалуйста, помогите мне. Так вот оно как. Мне нужно больше с вами общаться. Сяо Жань, я сделаю вам кофе. Не нужно, не стоит. Как она включается? Спасибо, директор Сяо. Осторожно, горячо. Спасибо. Очень вкусно. Мы с этой девушкой вместе. Может, нальете ей чашечку? Она сама знает, как налить. Знаю. Но я устала. Госпожа Хэ, вы довольны нашим предложением? Директор Сяо, ты таким способом хотел заставить нас замолчать или хотел решить проблему? Не спрашивай, довольны ли мы. Лучше спроси у жителей дома престарелых.
Что ты здесь делаешь? Хуэй пригласила нас на ужин, приехал за тобой. Я только что встретил Лили, она сказала, ты в Дзифэне. Там была пресс-конференция. Сяо Шанси снова искал тебя? Пожилые люди из дома престарелых попросили меня помочь им, и я пришла узнать новости. Ты сообщаешь о нем в своих новостях, а он отвечает на вопросы. Как долго вы будете этим заниматься? Все не так. Сяо Жень. Он приехал за вами? Сяо Мо, где господин Сяо? Господин Сяо занят. Отлично, передай ему. Раз он вернулся, пусть сосредоточится на карьере и держится от нас подальше. Хватит. Сяо Жень, я вернусь к работе. Мы встретились чисто в деловых целях. А ты сказал так, будто я о нем переживаю. Лучше не делай этого. Это он бросил тебя, поскольку он сделал свой выбор. Это значит, ничто не будет прежним. Нужно помочь пожилым людям найти место. Сколько? Скажи, я помогу. Не связывайся с ним. А ты прав. Вместо споров нужно что-то с этим делать. Пора найти для них подходящее место. Пойдем. Давай поужинаем. Ты пришел. Все наши бокалы пусты. Мы ждали тебя. Я наполню ваши бокалы. Здравствуйте, позвольте мне. Ничего, я справлюсь. Я просил подойти. Мне нравится, когда Сяо Сянь наливает мне выпить. Господин Жао, когда вы едете за границу на 2 недели, Сянь не будет служить вам. Вы привыкнете к этому? Следи за тем, что говоришь. Сяо Сянь способен на большее. Кстати, как поживает Сяо Ци в последнее время? Не заключил ни одной сделки. По соглашению, он покинул Юньлань. Он ни к чему здесь не стремился. К счастью, Сянь разумный человек. Иначе, с ним Юньлань пришел бы конец. Я прав? Наверное, он сейчас в Усу. Думаю, плачет в объятиях своей девушки. Я слышал, после возвращения он заложил Дзифэн, купил дом престарелых в Даманшане. Дом престарелых в Даманшане? Тот, который Дэ Цзуи продала несколько лет назад? Не ожидал, что он заберет все, от чего я избавился. Кстати, приходи завтра в мой гольф-клуб. Передай контракт господину Гао. Если захочет поиграть в гольф, присоединись к нему. Но я не умею играть в гольф. Неудобно ходить. Может, ты... Посмотри на меня. Я уже позабыл. Кстати, об этом. Если дело касается работы, забудь про комфорт. У меня тоже нет выбора. Семья Сяо усложнила жизнь Дэ Цзюй. Я не могу просто кормить тебя с ложки. Иначе люди будут считать Дэ Цзюй легкой мишенью. Я прав? Хорошо. Я понял. Давайте, господин Лань. За господина Ланя. Вы так вежливы, господин Жао. Выпьем. Преимущество дома престарелых Циншань в соотношении цены и качества. Хоть и не рядом с городом, но природа отличная. Вполне выгодная цена. Это не дело. Попрошу друзей проверить цены. К тому же получат новых клиентов. Уверен, они сделают скидку. Как вам это? Цена согласно предоставляемой услуге. На 4-местные номера. У Циншань 2-местные. Вам не кажется, что нужно проверить и коммунальные услуги? Отлично. Что скажете? Завтра принесу вам полный обзор. Займись своим делом, я съезжу сама. Я поеду для расширения ресурсов моего клиента. Кроме того, в домах престарелых нет ароматизаторов. Суй Минвэй.
Ты сам-то хоть можешь с чем-то справиться? От производства до продажи ты все спрашиваешь у Хай Сяожань. Потому что я нашел нужного человека. Спасибочки. Похоже, расставание прошло неудачно. Я думал, вы мирно разошлись. Но она перестала недавно посещать Зефен. Судя по ситуации, не похоже, что вы расстались на мирной ноте. А что значит на мирной ноте? Хотя бы элементарно здороваться при встрече. Вы не сказали, почему расстались с ней. Неужели она засомневалась в вас, узнав, что Юньлань в беде? Она не знает, что с моей семьей. Так вы не рассказали о смерти отца? Я не хотел, чтобы она вмешивалась. Но иногда планы рушатся. Она все равно вмешалась. Раз так, хотя уже они вообще не знают, зачем вы вернулись в Усу. Будьте честны со мной. Вы хотите помириться с ней? У меня нет на это времени. Я счастлив, если она в порядке. Даже если она будет Суй Минвэем. Я подслушал разговор Мо. После закрытия шоу Минвэй работал над парфюмерной фабрикой своей семьи. Разрабатывает свою розничную линию. Сейчас все по-другому. Правда? Хай Сяожань спросила список жильцов у господина Вана. Не думаю, что преобразование Циншаня в отель пройдет гладко. Вы знали, что путь не из легких. Но все равно вмешались в дело Циншань. Только не говорите, что ради денег. Что ты знаешь о Циншане? Особо ничего. Раньше Дэцзюй открыла два отеля в Усу. Цена земли в Даманшане была выше, но отель не соответствовал стандартам. Его продали после завершения строительства. Человек, управляющий отелем, сделал из него дом престарелых. Верно. Я плачу из своего кармана. Кто бы мне не мешал, я выполню контракт, который мой отец подписал с Циншань. Он внезапно ушел из жизни. Возможно, это не сказанное им вовремя послание. В доме престарелых пожилые люди, которым не нужно медицинское обслуживание. Мы сейчас прошли здание жилого квартала. Здесь столовая. Есть скрытая зона занятий. Наша зона активного отдыха – одна из наибольших местных зон для ухода за престарелыми. Мы предлагаем такие платные мероприятия, как сеансы каллиграфии, игры на фортепиано и рисование. Дайте минутку, принесу вам нашу брошюру. Хорошо, спасибо. Не благодарите. Я думаю, это место очень хорошее. Но им придется заплатить на 500 юаней больше. Да, это немного. Это для тебя немного. А жители дома престарелых платят в основном из пенсионных накоплений, или за них платят дети. Для них это существенно. Здравствуйте. Скажите, как вам здесь живется? Ищите место, где ваши родители и родственники смогут жить? Молодые люди в наши дни не готовы оставаться со старшими. Верно.
Хоть мы и молодожены, я не могу плохо обращаться с мамой, которая меня вырастила. Поэтому я хочу найти хорошее место. Господин, вас что-то здесь не устраивает? Хорошо. Еда здесь вкусная. Комната в порядке. Окружающая среда тоже. Госпожа Хэ, тебе не кажется, что ты здесь как своя? Разогрей сначала в микроволновке. Какой смысл разогревать? Без разницы. Ладно, ладно. Минвэй, спасибо за сегодня. Зачем благодаришь? Двое из них были уже заинтересованы в моих духах. Это я благодарю тебя. Но... не беспокойся о цене. Я понижу цены на духи и посмотрю, можно ли заказать их со скидкой в 20%. Не нужно. Не делай этого для меня. С чего такие любезности? Я с детства мечтал стать полицейским. Сейчас я помощник репортера-расследователя, поступаю справедливо. Помнишь, как мы проводили секретное расследование с коробками с сюрпризом для животных? Интереснее, чем у спецагентов. Это ведь правда. Если подумать, ты оказываешь мне много услуг. Тогда поблагодари меня. Принеси мне еще две сосиски. Договорились. Вот, вся упаковка твоя. Съешь столько, сколько захочешь. Как великодушно. Выпей апельсиновый сок. Это первый раз, когда девушка сняла мне крышку. Ты заслужил это. Давай есть. Вы господин Ло Синго? Да, прошу. Какой я по счету? Вы первый. Согласно соглашению, первая тройка, подписавшая соглашение, получит 3000 юаней компенсации. Вы очень мудрый. Вам не заплатили бы, если бы опоздали. Вот соглашение. Можете оставить это пока в секрете? Конечно. Здесь. Итак, господин Ло, раз вы подписали, то нарушите контракт, если не съедете в день выселения. Отличный трюк. Небольшая сумма творит чудеса. Если убедить одного, остальных будет убедить проще. Алло, господин Цун.
Что? Платят за то, чтобы подписали? Пожалуйста, успокойтесь. Сколько человек уже подписало? Не волнуйтесь, я смогу заплатить. Я приду завтра. Заманил стариков небольшой суммой. Да ты нечто. Директор Сяо. Чем раньше подпишут соглашение, тем больше компенсации получат. Невероятная политика. Почему не сказал об этом на пресс-конференции? Госпожа Хэ, ты словно тень, преследующая меня. Я вижу тебя каждый день. Прельщает богатство и власть? В чем разница между тобой и Джао Минсюанем? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Господин Сунь. Получим несколько тысяч юаней, если переедем. И поможем нашим детям, разве не здорово? Поможем нашим детям? Мы всю жизнь работали ради наших детей. А теперь ты поддерживаешь их? Конечно. Не говори, что хочешь остаться здесь на всю жизнь. Господин Сунь. Госпожа Хэ, вы пришли. Бессердечный бизнесмен развязал психологическую войну. Он настроил нас друг против друга. Знаю, знаю. Пожалуйста, успокойтесь. Я нашла другие дома престарелых, куда вы можете уехать. Успокоиться? Не поймите неправильно. Я хочу остаться в этом доме престарелых. Верно, верно. Мы никуда не поедем. Я не уеду. Если я уеду, мой сынок не сможет меня найти. Я не уеду ни за что. Госпожа, я не уеду. Успокойтесь. Мы найдем остаться решение. Остаться здесь не вариант. В день выселения начнется модернизация. Предлагаю вам действовать разумно. Заберите свою компенсацию и найдите подходящий дом престарелых. Негодяй! Хоть ты и молод, но ты злой человек! Ты злой! Господин Сунь! Осторожнее! Что происходит? Ну же, быстрее вызывайте скорую! Упал в обморок! Скорее! Я сейчас вызову скорую! Здравствуйте, это 120? Скорее вызовите скорую! Невероятно спокоен. Ты в ответе, если с ним что-то случится. Сунь, ты в порядке? Скорее. Старина Сунь. Ему плохо. Старина Сунь. Ты была в других домах престарелых. Хочешь помочь им? Не льсти себе. Я хочу сделать это для них, пока есть время. Можешь отсрочить дату выселения на месяц? Мы потратили целый день на посещение 5 домов престарелых, а они пожилые. Как им найти место за 3 дня? Мы? Ты про себя и Сэй Минвэя? А тебе-то что? Спасибо тебе за помощь. Но можешь держаться в стороне? У меня свои планы. Не льсти себе. Ты не в ответе за них. Доктор, как он? Хронические заболевания, но они не причина его обморока. Его ЭКГ в норме, зависит от того, оставите вы его здесь или заберете домой. Негодяй! Я хочу фруктов! Он в здравии и аппетит отменный, лучше убедить его лечиться дома. Спасибо вам. Не стоит. Спасибо. Директор Сяо, тебе просто повезло, что с ним ничего не случилось. Ты должен понимать, с чем сталкиваются пожилые люди. Я понимаю, ты хочешь прибыли от бизнеса, но их тела и умственные способности ограничены. А если кто-то умер бы сегодня? Что тогда? Ты бы не выкрутился. Господин Сяо, я передам корзину с фруктами господину Соню. Отнеси. Хорошо. Не ожидал, что этот старик притворится больным. Госпитализировали на день. Какой хулиган. Просто ищет внимания. Делайте то, что он хочет. Если хотите услышать мое мнение, он вожак стаи. С ним труднее всего. Если убедим его съехать, остальные последуют за ним. Почему бы не обратиться к его семье? У него нет детей, верно? Верно. Но у него есть племянник. Навещает его по праздникам.
Этот старик выглядит сварливым, но он добр к племяннику, относится к нему как к сыну. Забудьте. Следует начать с компенсации. Пусть он осмотрит другие дома престарелых, пока не найдет, какой ему понравится. Нужно бить врага по больному месту. Откажитесь от бесполезных затей. Просто заплатите племяннику и все на этом. Влиять на их решение деньгами нечестно. Не стоит манипулировать отношениями. Господин Сяо. Иногда я не знаю, о чем вы думаете. Иногда ведете себя как бессердечный бизнесмен, а иногда такой милый. Поднимусь и попробую убедить старика. Хорошо. За эти несколько месяцев ты написал очень много важных статей. Ты заслуживаешь получения премии «Человек новостей». Лили... Конечно, тебя только номинировали. Результат еще не обнародовали. Но через пару дней заберешь свой приз на вручение ежегодной премии репортеров. Спасибо, Лили. Мне-то за что спасибо. Это себя благодари. Я думаю, ты определенно станешь супер-репортером. Твоя зарплата 3500 юаней. Спасибо, Хао. Хуэй, ты правда хочешь петь здесь до конца своей жизни? Стоит ли оно того, чтобы работать неполный день? Ты что, избавляешься от меня? Замену нашел? Не задумывайся об этом. Конечно, нет. Я просто думаю. Ты талантливая девушка. И растрачиваешь свой потенциал здесь. Каким образом я растрачиваю здесь свой потенциал? Насмешил. Нет, я серьезно. Задумайся. Подумай об этом. Пока. Послушай, я думаю, Хао прав. Как долго ты планируешь оставаться здесь? 回忆突然停留，是否想念了太久？ 从前那个路口，孤单的人已只在等候，最怕那一句不过是朋友。转身后，有许多借口，在时光里又回头，奔向记忆路。 口，我寻觅过太久，找回最初时我牵你的等候，想和你的以后不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右，我们不放手。